Приветствуем вас на канале Веселая Семейка. Сегодня в гости мы с Андрюшкой ждем доктора Айболита. Да, мы хотим для доктора Айболита приготовить здоровое угощение. А здоровое — это что значит? Можно взять морковку и йогурт. И что с морковкой мы будем делать? Сидеть на терке. Да, мы заранее натерли морковку на терке, так, почистили апельсинчики и порезали меленько и сливу такими тоненькими этими полосочками, да? Да, сливу мы сами с Андрюшкой посушили, да, летом собрали, осенью в духовке, и теперь всю зиму едим, да? Все лето едим. И летом. А еще нам понадобится что для салатика? Йогурт. Да, в морковке очень много витамина А, это полезный, да, овощ. Давай, открывай йогурт. Будем заправлять салатик. Так, мы открыли йогурт. Давай добавим очищенный апельсин. И добавим полоски чернослива домашнего, да, мы сами делали. Теперь твоя очередь, добавляй сюда йогурт. Йогурт у нас с наполнителем, так? Присутствует киви. Да, киви. Да, это тоже полезно. И вообще салат получается здоровый, полезный для животика, да? Он как веник там все вот так вычищает и хорошо себя чувствует после этого салатика животик, да? Да. Да. Надо детям очень хорошо и побольше кушать таких салатиков. Да, вон Андрюшка как с йогуртом сейчас сделает, да? Как угостит. Кого угостишь? Доктора Айболита. Да, вот кого мы будем угощать. Вот как классно у Андрюшки все получается. Перемешивать будем? Нет, не будем. Ну как же, нам же надо помешать все. Ты это делать. Давай попробую я все размешать. Никакой салат. Вообще, а знаешь, какой вкусный и полезный. Можно вместо йогурта добавлять сметану, можно кефирчик добавлять. И вообще, это, ну, классная вещь. Да, и без сахара можно засыпать. Сахар можно, тут видишь, йогурт сладкий, как бы, слива у нас сладкая, апельсины вкусные, тоже свежие. Да там же вообще киви, жидко. А еще и киви в йогурте, так тут вообще замечательный салат. Да, а теперь, Андрюш, давай доктору Айболиту, мы сделали вот такую вот формочку для салата, да? Да. Давай, заполняй эту формочку салатом. Положим апельсинчик сверху побольше. Смотри, как красиво, о, да? О, красиво. Доктор Айболит обрадует. Да вообще будет в восторге от такого угощения. Ты посмотри, что мы придумали. Посмотрите, как красиво, да, получилось? Да, это удалить. Ну, мы готовы. Чай мы налили доктору Айболиту. Салат мы украсили красиво. Будем ждать доктора Айболита. Про мальчика Андрюшу давно я услыхал и не отложку сразу подогнал. Представлюсь, как образование велит, пред вами добрый доктор Айболит. Здравствуй, Андрюшенька. Здравствуй. Как живете? Как животик? Не болит ли голова? Не болит. Не болит. Хорошо. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. Давай я тебя послушаю. Послушаем, Андрюшенька. Давай послушаем сейчас, да. Давайте. Вот так умный мальчик такой у нас. Сейчас доктор его послушает. Дыши. Не дыши. Дыши. Молодец. Спиночку теперь давай. Ой. Дыши. Не дыши. Дыши. Молодец. Хороший мальчик. Здоровый у нас доктор Айболит. Сейчас мы посмотрим. Горлышко еще посмотрим. У дедушки. Сколько процедур-то надо пройти. Да, тут не то. Не так же просто. Открываем горлышко. Ой, хорошее горлышко, Андрюшечки. А ушки давай посмотрим. Давай ушки, доктор, посмотрим. Ой, какие ушки хорошие. Второй давай ушко. Ой, хороший мальчик у вас, здоровый, хороший. Хороший, да? Да, хороший. Доктор Айболит, мы тут с Андрюшкой приготовили для вас полезный салат приготовили. Вы покушайте, попробуйте, оцените. Мы так долго старались. Чай вот попейте. Ой, такой, да что ж, я одна, все вместе надо. Ну, мы потом. Как вкусно, какой полезно? Полезно. А говорят, к вам прибегала лиса.
Да, прибегала лиса, ее укусила оса, в нос прямо укусила оса. Она плакала, плакала сильно. Я ей помог, вылечил ее. Он прибегал, барбос. Прибегал Андрюшенька, его курица клюнула в нос. Ну какой барбос. Да, такой барбос, он тоже плакал, плакал, плакал. А вам попался зайчик под трамвайчик? Попал зайчик под трамвайчик, ему отрезал ножки. Зайчик очень плакала. Ну, я ее успокоила и сказала, чтобы она не плакала. Я ему пришила новые ножки. Я пришила ему новые ножки, и он снова побежал по дорожке. И рады были, и зайчиха мать, и пошли плясать, танцевать. Вот как я, видишь? Всех излечит, исцелит, добрый доктор, Айболит. Андрюшенька, а ты умеешь считать? Да, умею. Ты можешь посчитать, да. Сколько у тебя пальчиков? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Хорошо. А как они называются? Назвать можешь мне пальчики? Твой пальчик указательный, средний, безымянный. И это какой последний? Мизинчик. Ура, молодец, Андрюшенька, все пальчики. А стишок можешь какой-нибудь давать, да, девушке? Давай. Нас вези, вещи в замок, тоже открыли смог. Потянули, покрутили, возбудяли и открыли. О, как классно! А сколько тебе годиков, Андрюша? 3 годика. А кто рядом с тобой сидит? Басана. Бабушка? Оксана. Бабушка Оксана. А то не поймут люди, да, как это Басана у тебя. У тебя же не Басана. А еще кто у тебя есть? Марина моя, мама моя и Лиза. И Лиза. А Лиза кто? Тоже мама, что ли, тебе? Нет. А кто? Просто одна Лиза. Тетя. Просто одна Лиза. Андрюш, ну мы чаем-то не напоили доктора Айболита. Пей, да, доктор Айболит. Доктор пил, ну салат-то вы одобряете, да? Вкусный, да. Хороший чай. Вкусный, да. Мы туда добавили шиповничка, да? Чтобы чай, было, да, хорошо и не болел никто. Ой, Андрюш, у меня телефон. Я сейчас отвечу. Приезжайте, доктор, в Африку скорее и спасите, доктор, наших малышей. Что такое? Неужели ваши дети заболели? Заболели, заболели. Ну все, тогда сейчас срочно выезжаю. Сейчас с Андрюшей попрощаюсь и поеду в Африку. Всего доброго. Давай, Андрюшенька, все, поехала я в Африку. Так что всего тебе доброго, не болей, не хворай. И расти большой, слушайся маму с бабушкой. Хорошо? Да. Спасибо, доктор Айболит. Все, поехала. Всем пока. Пишите комментарии. Вам не сложно, а нам будет приятно. Всем пока.